Итак, друзья, всем привет! В очередной раз приехали мы на базу в Завьялово. Это вот за моей спиной Караканский бор. Здесь будем отдыхать 3 дня, рыбачить, попробую опять же пособирать грибы. Ну, в общем, будем отдыхать. Вот, заехали мы на свои места, где уже не один раз отдыхали. Вот эти вот беседочки стоят. Ветер хоть и есть, но волна сегодня маленькая, так что есть возможность поставить поставки. Будем рыбачить на поставочке. Пробовать ловить судака. Такая вот красотища. Начинаем располагаться. Итак, друзья, вот пришел вот к этому озеру. Здесь ловится мелочевочка всякая. Сейчас поставлю рыболовку на полчасика. Наловлю живца и поедем рыбачить. Ставить поставки на Обском водохранилище. Вода уже как бы не сильно теплая, на улице 11 градусов. Уже осень на носу, поэтому ставить пойду в забродних. Рыболовочку ставить буду вообще очень просто. Вот к камышам сейчас привяжу. И вот так вот потихонечку ее растягиваем. Внутри у меня просто хлеб. Проверено уже не раз. Малек залетает сюда просто на ура. Не знаю, видно вам, не видно, но вот уже мальки тут. Вон они шныряют. Вон и крупные даже есть. Ладно, пошел я отсюда, не буду их пугать. Через полчаса проверим. Вот, пока ходил ставить раколовку, Корефан уже накачал лодочку. Вот на ней будем гонять. Поставим сейчас моторчик. Ну, вот, как вы видите, волна вообще маленькая. Так что я думаю, все у нас получится. Ну вот, прошло где-то минут 40, как я поставил раколовку. Пойду проверять. Надеюсь, что живец тут есть. Я практически даже не сомневаюсь. Есть. Плещется. Вон сколько его. Хватит. Ну вот, друзья, поехали мы ставить поставки. Поставок, обычный груз и 2 крючка. Один выше, другой ниже. Ловим живца. Одеваем под спинку. Главное не повредить позвоночник. Поводки длиной где-то 20 сантиметров. И стравливаем так вот леску. Все. Дно. Делаем петлю. Так вот затянули. И бросаем. Да, глубже надо. Вот так вот на воде это дело выглядит. То есть поплавочек сверху плавает, груз на дне лежит. Все, друзья, первую партию поставили. Сейчас уйдем на глубину. Поставим еще штучек несколько. Ветер немного стих, волна утихла, так что все ништяк. Ну вот, друзья, поставки мы поставили. Сейчас вечером поедем их проверим. Ну, а в данный момент начнем сейчас немного готовить. Время не смотрел сколько. Пасмурно. Так не определить. Так что отдыхаем. Все идет по плану. Все ништяк. Пока у нас там идет процесс вылавливания рыбы, немного решили позаботиться об ужине. Пошел дождь. Но нас это не пугает. Мы здесь все равно еще 2 дня будем. Все жарится, все парится, все отлично. День пролетел незаметно. Вечером поехали, проверили первый раз поставочки. Но из-за сильного ливня отснять весь процесс не удалось. Вот только сфотографировали один единственный хороший трофей за сегодня. Время 6 утра. Вот такой вот туманчик стоит на берегу. Друзья уже поехали проверять поставки. Я пока что кашеварю. Готовлю вот такой вот супчик с вермишелью. Картошка, лучок, вот, пакетик, там еще курица. То есть все по-походному, все очень быстро и просто. Вон мои корефаны едут, проверяют поставки, пока я кашеварю. Вот наш сегодняшний утренний улов.
Итак, друзья, время 7 утра. На поставки за ночь поймалось несколько судаков. Я пошел вот на это озеро. Сейчас проверю раколовочку. Если там есть малек, гальянчик, то я его попробую засолить и сделать анчоусы. О, так там хорошие даже сидят рыбки. Что-то есть. Вот такая вот мелочевка за ночь поймалась. В раколовочку. Это и будем солить. Солить такую рыбу долго не надо, поэтому приеду домой, и можно будет ее уже помыть и вялить. Ну что, долго порыбачить не удалось. Позвонили друзья, надо идти собираться домой. Сейчас поедем, проверим поставочки. Сразу снимем их и будем собираться дальше. Вот и подходим к поставочкам. Сейчас посмотрим. Ну, половина пустая была. Может, здесь что попалось. Ну вот, хоть один нормальный экземплярчик нам попался. Вот такой вот судачишка. Вот такая вот у нас, друзья, рыбалка. За 3 дня нифига, чуть-чуть только поймали 2 хороших судачков. Остальное мелочь все. Ну вот и все, друзья. Наша рыбалка подошла к концу. Все за собой прибрали. Сейчас вывезем мусор. Ну, так что двигаем в сторону дома. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.